закончилось. Всем привет. Мы находимся в виде Киева киберспорт-арене, где проходит европейский финал Intel XT Masters. И сейчас мы пройдемся по месту проведения. Я продемонстрирую вам, кто здесь, что здесь, как вообще все происходит. Вот этот вот весь ряд, аж туда, отведен сотрудникам ESL TV, просто ESL. Вот здесь вот. Здесь находится команда. Команда МИМ, они сейчас играют, вернее, должны играть матч против польской команды FX, но там кое-какие задержки в игре. Поэтому, видите, все в томном ожидании. Здесь находятся французы. Команда Electronic Шара. Напротив них прямо сидят новый состав СК. На данный момент народу не очень много в клубе. Но я думаю, это со временем изменится, потому что игры идут почасовые, и некоторые не хотят приходить сразу на одну игру и ждут, наверное, свою. Вот здесь вот находится прайс-зона вся. Команда Шутибер. Здесь еще один датчанин. Всем гейминг. Ну, Фиксика, мы видели, что у него точно был рейлган. Сейчас пытается подождать. Ну, в данный момент на сцене и, идет. Наверное, будет простреливать. Да? Матч фреймлайн. Встреча у нас на красном. Пуля против.